Всех рады видеть. Садимся в удобную позу, вытягиваемся за макушкой, прикрываем глаза, посторонние дела, задачи текущего дня, все, что не относится к нашей практике напрямую, оставляем за пределами зала. Сами концентрируем свое внимание на своем теле, начинаем себя сканировать внутренним взором, просматривать, чувствовать. В каком вы настроении пришли на это занятие, насколько заряжены энергией, насколько вдохновением, чтобы попрактиковать, позаниматься. Если есть какое-то намерение на практику, мысленно озвучиваем его про себя, формулируем в виде позитивной установки, саркальту, так, чтобы ту энергию, которую мы будем генерировать, практикуя асан-йоги, мы могли также направлять на реализацию этого намерения. Санкальпа может быть любой, но она должна быть позитивной. Это позитивная установка. Не нести вреда, негатива вам или кому-то другому. Ну и желательно сформулировать ее ясно, четко, понятно для подсознания. Хорошо. Постарайтесь запомнить сейчас свои ощущения. То, как вы себя чувствуете в данный момент. И переключаемся на дыхание, начинаем дышать полным дыханием, медленно, глубоко, с каждым новым циклом еще больше замедляем свои вдохи, выдохи. И подключаем шипящий звук Уджайи Пранаяма. На вдохе, на выдохе мы создаем сопротивление, пропуская воздух через голосовую щель, образуя шипящий звук. При этом рот закрыт, дышим носом и выдыхаем через нос, но воздух проходит через гортань. И тем самым дыхаемый воздух очищается, он более насыщен кислородом для наших легких. И также такое дыхание тренирует мускулатуру, диафрагму, мышцы пресса, жреберные мышцы. В общем, те мышцы, та мускулатура, которая у нас задействуется во время дыхания. Убедитесь, что удалось сосредоточиться на себе, оставить все постороннее. И старайтесь эту концентрацию сохранять на время всей тренировки, включая шавасану, включая разминку, включая динамические виньясы, статические, изометрические асаны. В общем, все, что мы будем делать, в любой момент времени вы должны четко понимать, что вы делаете, как вы дышите, и что все в порядке. Хорошо. Продолжаем дышать уджайи. На выдохе открываем глаза и делаем синхронизацию через стороны. Поднимаем руки вверх, тянемся за макушкой, вытягивая позвоночник. На выдохе мы опускаем руки, колбу, груди и кубку. Вдох, руки через стороны вверх вытягиваемся. Выдох, ладошки сжимаем, опускаем. Упражнение для того, чтобы синхронизироваться с дыханием, поэтому ваше движение может быть медленнее или быстрее моего, потому что вы ориентируетесь на скорость своего дыхания. Еще. Последний раз максимально медленно. Доделываем выдох, руки на коленях. Внимание на сагра дришти, кончик носа или воображаемая точка на полу перед собой, как по лабхате. Поехали.
возможно, для кого-то это вызвало у кого-то дискомфорт, потому что пошла гипервентиляция, надышались кислородом. Это мы сейчас подольше задержку, чтобы накопить углекислый газ. Держим задержку на вдохе, копим, выдыхаем, очищаем, закапливаем. Вторая задержка Удьяна Бхатха, вернее три бабушки, Удьяна Мула Бхатха и Джаландхара Бхатха, на задержке после выдоха, чтобы полноценно восстановить запас углекислого газа. Втягиваем живот, держим вакуум живота, постарайтесь подержать задержку подольше, чуть-чуть дольше, чем вам комфортно. Удьяну сделали, давайте второй подход. Агнисара Дхауту. Замок на лоб. Начинаем активно стараться согнуть шею. Руки ограничивают движение. Создаем усилия, какие можем. Стараемся, включаем мышцы. Поскольку они никакого движения не получают, это изометрическая работа. Чувствуем напряжение нужных мышц. Затылок, шея. Переносим замок на затылок. Пытаемся прогнуться в шее. Помогаем себе взглядом. Смотрим на потолок или в межброви. Вот вы можете даже проверить, посмотреть вперед и посмотреть вверх, есть ли изменения в ощущениях. Сейчас давление ослабляем и делаем на вдохе разгибание в шее, локти в стороны, на выдохе сгибаем шею. Пока только шею. Вдох, взгляд вверх, затылок на ладошках, выдох, сгибаем шею. Еще вдох. Выдох. Стараемся задействовать локти на вдохе, локти широко раздвигаем в сторону. Добавляем грудное отдел. Вдох. Выдох. Сутулимся. И продолжаем сгибать шею. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И вдох. Выдох. Отлично. Шея ровно, спина прямо, правая рука на пол, левая в диагональ, вышли в боковой наклон. И тоже работаем с дыханием. Вдох, разворачиваемся грудью вверх, сгибаем левое плечо, вводя руку за голову. Выдох, разворачиваемся грудью к полу, тянемся левой рукой вправо. Старайтесь двигаться согласно своему дыханию. Не надо подстраиваться под мою скорость. Делайте по своему дыханию качественно. Вдох, раскрылись. Развернулись грудью к потолку, выдох, повернулись грудью к полу. Здесь есть ощущение легкого прогиба на боковом наклоне, здесь ощущение скрутности, например. Еще. Не теряйте шипящий звук, не теряйте сопротивление дыхания. Еще. И еще разочек. Вдох, прогнулись. И на выдохе сгибаем левый локоть и пробуем зацепиться левым локтем за правое колено. Правая рука на полу, вы придерживаете его и вытягиваем позвоночник. То есть больше скрутки, чем наклона. Хорошее вытяжение позвоночника. Остаемся здесь в статике, дышим. Чувствуем, как сжимается живот. Идет компрессия внутренних органов. А позвоночник вытягивается при этом. Чувствуем свою Удьяна Бхатху, Мула Бхатху. Раскручиваемся. Меняем сторону. Левая рука на пол, правая в диагональ. Боковой наклон. И начинаем дышать и двигаться. Вдох. Развернулись. Выдох. Скрутились. Вдох. Старайтесь давать усилия и на вдохе, и на выдохе одинаково. Иногда вы сами можете отметить, что вдох как будто такой более пассивный, а выдох резкий, форсированный. Нет, не должно быть дыхание уджая форсированным. Наоборот, чем медленнее, тем лучше. Сопротивление на всей длине и вдоха, и выдоха. Придавайте больше внимания тому, как вы дышите. И еще разочек. Вдох, раскрылись. И на выдохе цепляемся правым локтем за левое колено. И хотя бы пытаемся коснуться локтем колена. Вытягиваем позвоночник. Наша левая рука помогает нам не завалиться. Обе ягодицы на полу. Держим Удьяна Бхатху. Чувствуем ее. Здесь хорошо можно почувствовать. Мула Бхатху. Мышцы тазового дна. Мышцы промежности, шея вытянута, весь позвоночник вытянут. Все прекрасно у нас. Отлично, хорошо.
Садимся прямо. Молодцы. Грудь вперед, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Добавляем руки наружное вращение. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И еще разочек. Вдох. Хорошо прогнулись, развернулись. И выдох. Теперь соединяем руки над головой и вращаем плечами назад. Один. Два. Движение в плечевом суставе. Три. Четыре. Пять. Вперед. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Сгибаем плечи. Вдох. Уводя руки максимально за голову. Руки вперед. Раздвигаем лопатки. Выдох. Опять синхронизация. Вдох. У нас сегодня много этого будет. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще разочек здесь. Вдох. Выдох. Спину прямо, руки в стороны. Вдох. И руки за спину. Выдох. Стягиваем лопатки к позвоночнику, вытягиваем позвоночник и делаем наклон. И добавляем разгибание в плечах. Если наклон позволяет, лоб на пол. Если нет, расслабляйте шею. И старайтесь поднять замок как можно выше. Здесь остаемся в статике. Дышим глубоко. Если наклон вам позволяет, живот прижимается к ногам. Держим бантхи. И как можно дальше стараемся вывести свой замок. Чувствуем, как область между лопатками сжимается, лопатки становятся более мобильными, подвижными, уходит сутулость, и в то же время открывается грудная клетка. Мы больше себе обеспечиваем возможность для полноценного дыхания. Дыхание не теряйте, несмотря на наклон, несмотря на неудобства. И со вдохом садимся и освобождаем руки. Руки на колени. Будем делать пхастрику. Без помощи рук, просто дыхание с сопротивлением, активное, форсированное и на вдохе, и на выдохе. Ну, самое главное, что вдох тоже у нас такой форсированный. Поехали. Мы как будто накачиваем себя воздухом. Можно помогать корпусом. Вдох, грудь вперед, выдох, немножечко сутулимся. Прям должны надышаться как следует, но следите за состоянием, что вам не становится дурно при этом. Делаем вдох, надуваем живот, задержка на вдохе, удар бандха, держим, держим задержку, сколько можем дышать. Накапливаем углекислый газ тоже. Угу. Особенно если голова закружилась, это вот первый признак того, что надышалась. Просто спокойное один дыхание немножко. Как ты себя чувствуешь? Ничего, да? Хорошо. На выдохе. Вторая задержка, опять Уддьяна Бандха. Эту задержку держите подольше. Отлично. Хорошо. Вытягиваем ноги. Оставшуюся часть практики держим тонус живота, тонус мышц тазового дна. Держим наши замки дашавасаны. Сейчас сбросьте напряжение, пошевелите пальчиками, подвигайте стопами. Руки намасте у груди. Не сгибая по возможности колен и удерживая ровно корпус, идем вперед, перешагивая ягодицы на ягодицу. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10 в обратную сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Руки оставьте у груди или можете помогать себе держаться ими за пол. Стопы ставим на пол и делаем симметричное движение колени вправо, колени влево. Стопы не переставляем, они остаются на месте, просто перекатываются с внутреннего на внешний край. 3. Можно помогать себе руками, без рук сложно. 4. Туда. Сюда. 5. И при этом старайтесь вперед не продвигаться, подкручивать таз в осевой плоскости, возвращать поднятую ягодицу бедро на прежнее место. 6. 7. 8.
9, 10. Следующее упражнение — малышковая гимнастика. Берем свои стопы из положения бабочки и начинаем поочередно разгибать, насколько получается, то правое, то левое колено, уводя ногу в отведение в сторону. Угу. Поскольку у всех все хорошо разгибается, получается, вы можете усложнить себе жизнь, подняв пятки. И делая это упражнение в балансе на седалищном, так вы будете активнее прорабатывать корм, свой пресс, свою координацию, мышцы спины. Ну, опять же, динамическая растяжка. Еще несколько раз делаем поочередно. Угу. А теперь одновременно. Обе ноги. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Отлично. Сейчас остаемся в балансе и смотрим, что будем делать. Можно перехватить стопы за большие пальцы, либо выше за щиколотки. Чем ближе хват, тем, собственно, легче будет делать упражнение. Из баланса с прямой спиной мы переходим в положение суптаканасаны, поднимая таз, и обратно. Суптаканасана и обратно. 5 раз. Особый пилотаж высшей категории. Подниматься обратно, не сгибая ног в коленях. Продолжаем. 2. И обратно в баланс. Умнички. 3. И обратно в баланс. Круглой спиной. Особенно назад уходим. 4. 5. И встречаемся в балансе. Ага. В баланс выходим. Скрест голени. И переходим в положение марджариасана на кошке, встаем на четвереньки. 5 виньяс, кошка, корова. Работа с позвоночником, прогиб, сгибание. Вдох, прогиб по всей длине позвоночника, выдох, кругом спину. Соединяемся снова с дыханием. Выдох. 3. 4. 5. Сгибаем колени, следующая виньяса, кошка ползает под забором, локти в стороны, грудь как можно ниже, выходим максимально далеко, почти до положения Урдхва Мукха Шванасана, и на выдохе с круглой спиной возвращаемся. 2, низенько, 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 до конца проползаем, выдох, 3, угу. Максимально низко грудь в пол опускаем. И до конца проползаем. 4. До конца, когда локти уже разгибаются. И обратно. Уходим с прямыми в локтях руками. 5. Теперь в обратную сторону. Вперед круглой спиной. Плечи за ладони выводим. И обратно отжимаясь через прогиб. Возвращаемся на выдохе. 2. 3. 4, 5, внимание, вдох с круглой спиной и на выдохе грудная клетка на пол между ладошками, аштанга намаскарасана. Локти к бокам, коленками подходим ближе, если комфортно. Если не получилось, лягте, прижмите грудь к полу, ладошки заведите под плечи, локти к бокам, поднимаем таз, подходим коленями ближе. Так, чтобы на полу оказалось 8 точек. Подбородок, грудная клетка, 2 ладони, 2 колена, 2 стопы. Приготовьтесь. Сейчас толкаем ладошками пол, выжимаем себя в злую кошку, раздвигая лопатки. И поднимаем колени, остаемся в злой планке. Фиксация в арку четуранги, круглая спина. Таз подкручиваем на себя, ваш таз не должен быть выше плеч. Наоборот, даже немного пониже. Дышим. 1, 2. 3, 4, 5. Вдох, планка, выдох, адха, мукха, шванасана, собака, можно вниз. Снова вдох, планка, плечи над ладонями, выдох, адха, мукха, шванасана. Планка, вдох, собака, выдох. Планка, вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, с очередным выдохом зафиксируйте собаку мордой вниз и пружиним в плечах.
проваливаемся сильнее в плечах, сгибая их и пытаясь достать головой до пола. Раз, два, и движение создаем. Три. Если очень легко взяла и достала головой до пола, немножечко подшагни ногами ближе, чтобы ты была выше, чтобы тебе было проблематично достать головой до пола и было куда качать. Четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо, сейчас поочередно сгибаем, разгибаем ноги в коленях, раскрепощая заднюю поверхность ног. Пяткой прямой ноги тянемся к полу, прижимаем пятку к полу, бедром согнутой в колени ноги, касаемся ребер. Если это правая нога, ребра с правой стороны, если это левая нога, ребра с левой стороны. Прижимаем корпус бедра. Не забываем дышать. Дыхание спокойное, ровное, даже если вы двигаетесь быстрее, в динамике, ритмично. Хорошо, правая-левая заканчиваем. Остаемся в статике, собака мордой вниз. И будем делать скрутку по ребритаскому кхашванасана, левой рукой хват за правую ладошку. Скручиваемся вправо, смотрим на потолок из-под плеча. Дышим. Если рука скользит вправо, зацепитесь за край коврика. Один. Два. Три. Сейчас уджаи все включаем. Четыре. Пять. Юля, как дела? Хорошо, возвращаем левую ладонь на место, меняем в сторону, правой рукой за левую ногу, скрутка. Взгляд из-под левого плеча, дышим уджайи. Один, два, три, четыре, пять. Возвращаем правую руку на пол и опускаем колени на пол, возвращаемся в кошку. Несколько дыханий прямо, чтобы немножечко кровь стекла с головы, вы пришли в себя. Вытягиваем правую ногу назад, левую руку вперед. Растянулись по диагонали, асимметрично, да? То есть у нас разноименные конечности. Здесь мы делаем силовые прогибы. Вдох, прогиб, рука вверх, нога вверх. Выдох, колено, локоть. Вдох, выдох. У нас именно идет сгибание, разгибание правой ноги, левой руки. Вдох, выдох, еще 4, 3, 2, чем выше поднимаем руку, ногу, тем сильнее включаются мышцы спины, 1, выдох, хорошо, снова правую ногу вытягиваем, левую руку на пол, правую руку вперед, одноименная сторона в балансе. Правая нога и правая рука. Угу. Чуть-чуть сложнее. Но мы усложним еще. Разворачиваемся грудью в сторону, накрываем себя правой рукой. Ваша правая рука в моем направлении. Положение похожее на позу полумесяца, только на колени. И здесь мы будем работать с отведением правой ноги. Изгибанием колена и локтя. На вдохе мы тянемся, на выдохе встречаемся с коленом, с локтем. Направляя колено вверх, не вниз, не вперед, а вверх. Поехали. Вдох, растянулись. Выдох. Колено к потолку. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Касаемся. Вдох. И колено как можно выше. Выдох. Еще 4. Бантхи держим. 3. 2. С каждым выдохом чувствуем, пресс кубиками становится. Один вдох, выдох и делаем шаг правой ногой, разворачиваясь опять вперед. Санчаласана. Увеличьте расстояние между ног, чтобы сделать хороший выпад. При этом голень вертикально, колено 90 градусов. Вытягиваем позвоночник, внимание вперед и вверх. Глубокое дыхание, бандхи, уджайи. Алина, немножечко отодвинь левую ногу назад, у тебя заострился угол в передней ноге. Угу. Чтобы голень была вертикально. Два. Три, четыре, пять. Для следующего положения, если вам неустойчиво будет в глубоком выпаде работать, вы можете сократить расстояние между ног, если вам необходимо. Здесь, конечно, посложнее в плане удержания баланса, но поинтереснее. Встаем на колено, руки вперед, и мы как будто будем работать, натягивать лук. Скручиваясь вправо, мы опускаем таз максимально вперед и вниз и натягиваем лук вправо, взгляд на правый локоть.
А скручиваясь влево, мы разгибаем правое колено и натягиваем лук, тетиву левой рукой. Вправо выпад, вдох, влево выдох. Вправо, аккуратно, с равновесием, здесь такое оно, нестабильное, выдох. Еще. То есть мы делаем выпады, на каждый вдох садимся глубже и скручиваемся вправо на выдох, разворачиваемся, еще вдох, выдох. Еще два раза на каждую сторону. Дышите медленнее, двигайтесь более плавно, чтобы голова не закружилась. Заканчиваем выдохом, скруткой влево, ладошки на пол и возвращаем правую ногу на место. Угу. Повторяем. Все на другую сторону. Левая нога, правая рука. По диагонали растянулись, нашли баланс. Легко достаточно его тут найти. И вдох, прогиб, выдох, колено локоть. Вдох, выдох. Сопровождаем вниманием свою правую ладонь. И стремимся лучше поднимать руку и ногу. На вдохе левое колено не сгибает, только на выдохе. Еще три, два, один. Левая нога назад, правая ладонь на место, левая рука вперед. Нашли баланс, разворачиваемся влево, открываем таз и начинаем работать в динамике. Вдох, растянуться, выдох, колено, локоть встречаются, колено к потолку. Вдох. Вдох. Еще пять. Четыре. Три. Два. Один. Вдох, хорошо потянулись. Выдох, сжали пресс. И шаг левой ногой вперед. Здесь можно увеличить расстояние между ног, если не зашел внутри, вытягиваемся, внимание вперед и вверх. Остаемся. Один. Два. Снова возвращаемся к ужае. Держим статику, стараясь продышать это положение как следует. Себя прочувствовать, шею вытягиваем. Четыре. Пять. И встаем. И если чувствуем, что вот совсем нестабильно, немного сокращаем расстояние между ног, вы сразу это поймете, нужно ли вам это сделать. Хорошо, руки вперед, скручиваясь влево, мы делаем выпад. Угу. Или выпада больше, да, влево вдох, а вправо разгибаем левое колено, выдох. Вдох, хороший выпад, выдох. Вдох. То есть ноги у нас работают, двигают не только позвоночник, вдох. Еще. Чувствуете, какой контроль у вас сейчас в движении? Одно неловкое движение, чуть немножко подумали не о том, но уже баланс будет потерян. И еще два раза. И последний. Отлично, ладошки на пол, возвращаем левую ногу на колено и поднимаем коленки, собака мордой вниз. Несколько спокойных дыханий. Взгляд вперед. Переносим стопу за ладони. И присаживаемся в маласану. Угу. Старайтесь пятки не поднимать. Вытягиваем позвоночник. Ладонями давим друг на друга. Напрягая грудные мышцы. Сейчас попробуйте поднять пятки. Не потеряв качество позы. Подняв руки. Не сомкнув колени. Колени как были в сторону направлены, так и остаются. Активная работа в отведении пошла. Хорошо, руки не опускаем, пятки опускаем. И локти опять упираются в колени. Отталкиваем правым плечом, правое бедро наружу, левую руку поднимаем вверх. Левая нога активно идет в отведение. Ага. Константин, левую руку вверх, не вперед, а вот потолку. И туда же пытаемся смотреть. Кто может внутреннее вращение в плечах, соединяя руки за спиной, обхватив правым плечом правое колено? Кто не может, это в предыдущем варианте. Дышим. Два.
немножко. Верни, да? Ага. Молодец. Три. Четыре. Вот так. И голову туда же. Сюда смотрим. Сюда. Не в зеркало, а сюда. О, пять. Отлично. Вот это вот гораздо лучше. Хотя тяжелее, конечно. Отлично. Отпускаем правое колено. Центрируем себя. Вдох. Выдох. И продолжаем дышать. И кто готов, соединяем руки за спиной, обхватив левое колено. Не торопитесь. Юль, как сам понимаешь, пальцы верни пятку на пол. Два. Три. Четыре. Пять. Хорошо. Центрируемся. Вдох. Переходим в Бакасану. Выдох. И даже если вы не до конца выполняете это положение, вы хотя бы одну ногу поднимите, уперев оба колена в плечи. Сейчас, внимание, ребят, выводим левую ногу вперед, в половинку Титипхасаны. Пробуем. Если получилось, пробуем правую ногу вывести вперед. И по обратной траектории. Правая нога, левая нога. Вернулись в Бакасану. Хорошо. Стопы на пол, усаживаемся в Баткханасану. Молодцы. Мы зайдем еще в эти позы немножко с другой стороны. После следующей связки. Сейчас коленки собираем. Хват за большие пальцы или за щиколотки. Так, останусь. Поднимаем ноги. Хая Падмабхасана. Итак, правая рука на левое плечо. Правой пяткой 5 раз беззвучно касаемся пола и возвращаем к стопе. Раз. Два. Спину стараемся оставлять ровной, вытянутой. Три. Позвоночник прямой. Четыре. Не бьем пяткой пол. И пятку о пол. Пять. Хорошо. Равняем себя. Повторяем на другую сторону. Левая рука на правое плечо. Раз. Два. Три. Следим за позвоночником. Очень важно. За банками. Четыре. Пять. Хорошо. Уравниваем себя. Отпускаем ноги на васана. Один. Два. Три. Не падай. Можно коленки согнуть. Четыре. Пять. Артха на васана. Ложимся на поясницу. Выше лопатки. Поясница прижата. Смотрим вперед. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Отдыхаем. Бхавана Муктасана. Спокойный вдох. Выдох. Кто может, чакрасаны, кувырком назад. Кто не может, обычным перекатом делаем виньясу. Вдох. Планка Чатуранга. Урдхва Мукха Шванасана. Вдох. Атха Мукха Шванасана. Выдох. И все вместе встречаемся в положении собака головой вниз. Окей. Хорошо. Ну что ж, поехали. Правая нога вверх, и копада Атха Мукха Шванасана. Остаемся. Раз. Тут короткая фиксация. Дышим медленно. Я считаю быстро. Два. Три. Четыре. Пять. Переходим в планку. Здесь в собаке делаем вдох. Переходим в планку. Коленом касаемся лба. Выдох. Переходим в собаку. Вдох. Планка, колено, колбу. Выдох. Собака. Вдох. Планка, колено, колбу, выдох. И еще два. Один. Собака, ногу подняли, выдох, планка, колено, колбу, останемся. Один. Лопатки раздвигаем. Два. Три. Четыре. Пять. Сейчас, внимание, ребят, левая нога, на носочке вы сейчас стоите, на левом, разворачивается на стопу. Опора на правой руке, левым локтем касаемся правого колена, скручиваемся. Наоборот, Андрей. Один. Скрутка. Вот, я левая нога на полу, правое колено, левый локоть. Два. Три. Четыре. Пять. Левая рука на пол, левая нога со стопы на носок, на внешний край. И как мы делали в кошке, колено к локтю колена... Вверх направляем, не вперед, а вверх, отведение вправо на забедренном. Один, два,
три, четыре, пять. Хорошо. Делаем шаг правой ногой, если нужно, помочь себе одной рукой. Левую ногу ставим на носочек. Поднимаем корпус до центра. Вес распределяем равномерно на две ноги. Переходим вверх Хадрасана 1. Фиксация в позе. Пусть руки отдыхают, ноги поработают. Дышим. 1. Вспоминаем про Удьяна. Мулабандху. Про Уджайи 2. 3. Левое колено затяните. 4. 5. Следующее положение. Заднюю левую ногу разворачиваем на стопу. Левая рука на голень. Правое колено наружу. Правая рука в диагональ. Положение Виппадита Вирабхадрасана 2. Юля, правый локоть выпрями и смотри из-под плеча на потолок. 1. Хороший выпад в поперечной плоскости. 2. Хороший, я имею в виду, глубокий. Он у вас у всех хороший, но только что ноги вот еле держались. В следующий раз будем на льду заниматься, в коньках, чтобы контролировали ноги свои. 5. Вдох. Поднимаемся. Выдох. Паритита. Паршватанасана. Скрутка вправо, левым локтем цепляемся за правое колено. Левую ногу можно поставить на носок, либо оставить на стопе. На стопе немного сложнее. Правой рукой давим на левую, добиваясь того, чтобы руки были у центра грудной клетки. 2. 3. 4. 5. Теперь на выдохе раскручиваемся. Ладони на пол. Вес оставляем на передней ноге. Наклон к правой ноге. Левая нога как можно выше. Останьтесь. 1. Если можем, двухсторонний, двумя руками хват за правую щиколотку. 2. 3. 4. 5. Прежде чем вставать, сгибаем левую ногу в колени, поднимаемся, будем делать одноногий баланс. Продолжайте делать. Встали. Правая рука хватит за левую ногу, скручиваемся влево. Можно облегчить себе жизнь, зацепиться локтем за колено, как мы делали в планке. 1. Нет, ногу вперед. Ногу вперед. А тут влево. 2. Три. Четыре. Пять. Внимание! Оставьте свою левую ногу впереди. Выходим из скрутки. Берем левую по левую ногу. Разворачиваемся вправо. То есть у нас положение таза закрыто, просто открытая скрутка вправо. Если можем, правую руку за спину на левое бедро. Если получается. 1. И левая нога четко вперед. В сторону ее не уводим. 2. Сгибание в левом тазобедренном. Не отведение. 3. 4. 5. Молодцы. И напоследок, чтобы отдохнуть, экопада. Адха Нисанхасана, укладываем лодыжку на бедро и идем в наклон. И многие из вас могут, знают, практикуют в этом положении. Или в наклоне остаемся, или экопада Галавасана. Левой стопой за правое плечо, левое колено на левое плечо и поднимаем опорную правую ногу. Или наклон сохраняем, или баланс на руках. Делаем. Раз. Два. 3, 4, 5. Хорошо. Кто был в балансе, верните правую ногу на пол. Снимаем левую ногу. Поднимаемся. Шаг левый. Шаг правый. Планка вдох. Чатуранга выдох. Собака мордой вверх вдох. Собака мордой вниз выдох. Несколько дыханий собаки мордой вниз. Просто, чтобы себя просмотреть, осознать, почувствовать. Может быть, отдышаться. И повторяем то же самое на левую сторону. Экопада Адха Мукха Шванасана, левая нога вверх. 1. Дышим медленно, я считаю быстро. 2. 3.
Четыре. Пять. Очередной вдох собаки. Выдох, колено, колбу, планка. Собака, вдох. Планка, выдох. Собака. Планка. Вдох. Выдох. И еще разочек вдох. И на выдохе остались планки. Держим колено, колбу. Раз. Два. Три. Ладонями толкаем пол, круглая спина. Четыре. Пять. Разворачиваем правую ногу на стопу. И правым локтем цепляемся за левое колено. Один. Два. Три. Следим за дыханием, за банками. Четыре. Умницы, задышали хорошо. Пять. Меняем опорную руку. Правая рука на пол. Правая на носочек, на внешнее ребро. Левым локтем достаем до левого колена, разворачивая колено вверх. Один. Два. И тяни локоть колено, никаких деревьев здесь нету. Три. Да. Четыре. Пять. И делаем шаг левой ногой вперед. Правую на носок, правое колено затянуть. Встаем, отдыхаем. В силовой позе воин. Классно, да? Потом воина после боковых планок сделать. Прям вообще. Ощущения шикарные. Дышим. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Поворачиваемся вправо в широкий край коврика. Правая рука над голенью. Одноименную левая в диагональ. Взгляд на потолок из-под плеча. Левое колено 90 градусов. И вращаем наружу. Как в воине втором. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Хорошо. Вдох, поднимаемся. Выдох, идем в скрутку. Цепляясь правым локтем за левое колено, руки на мосты у груди. Задняя правая нога у нас осталась или на носки, или на стопу ее разворачиваем. Внимание на потолок. Парипита Парсватанасана. Арина больше старается вращать грудь. Вот, супер, хорошо. Два. Три. Константин очень хорошо, молодец, спина прям прекрасно вытянута. Четыре. Пять. Хорошо, отлично. Ладошки на пол, наклон к левой ноге, правую ногу как можно выше. Такой активный вертикальный шпагат. И если скучно вдруг, двухсторонний хват за левую щиколотку. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Сгибаем правую ногу, поднимаемся не спеша, не теряя равновесия на левой стопе. Правой рукой хват за левую ногу. Левой рукой хват за правую ногу. Скручиваемся вправо. Угу. И внимание направляем потихоньку, не сразу, на правую ладонь. Не спеша. У вас положение таза закрытое сейчас. Правая нога в тазобедренном согнута. Никуда она внутрь не идет в приведение. Колено может оставаться чуть-чуть подсогнутым. А вот угол корпус бедро 90 градусов. Хорошо, молодцы. Выходим из скрутки вправо. Меняем руку захвата. И разворачиваемся влево. Таз оставляем закрытым. Только грудь поворачиваем в сторону. И кому легко, левая рука за спину на правое бедро. И держимся. Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо, выходим из скрутки. Последнее усилие. Правая щиколотка на левое бедро, наклон. И если в наклоне все хорошо, быстро удалось восстановиться, это падагаласана. Голень правую прижимаем к плечам. Колено к правому плечу, с тобой цепляемся за левое и поднимаем левую ногу. Один, два, три, четыре, пять. Возвращаем опорную ногу на пол. Кто был в балансе? Шаг правой, шаг левая планка.
Сейчас включаемся в планке. На выдохе чатуранга. Собака мордой вверх, вдох. Собака мордой вниз, выдох. Переходим в положение сидя, если можем, с тавросом. Окей. И немножко отдохнем вашими танасами. Комфортный наклон для себя, комфортный. Восстанавливаем дыхание. Дышим медленно, дышим глубоко, не расслабляем живот, замки сохраняем. Если в наклоне некомфортно, очень сильно натянута задняя сторона ног, подсогните колени. Ощущение натяжения мышц, сухожилий не должно вам мешать дышать. Дыхание сейчас необходимо восстановить после силовых асан. У нас еще будет серия. Сейчас у нас немножко будет такая интересная связка, тоже балансов, поз сидя, и мы сделаем наши привычные позы немножко в другой плоскости, в общем, надеюсь, будет интересно. Итак, Джоанна Шаршасана на правую ногу, начнем с простого. На вдохе вытягиваемся за макушкой вверх, на выдохе наклон. Внимание на большой палец левой ноги. Один, два, три. Дышим, дышим. Четыре. То, что поза вам легко дается, еще не повод переставать в ней работать. Пять. Отлично. Вдох, садимся прямо, перешагиваем правой ногой через левое бедро, скручиваемся вправо, используя, опять же, как Паривита Паршвакунасана, левую руку как рычаг. Если получается, ныряем предплечьем под бедро, соединяем руки за спиной. Взгляд в сторону скрутки. Один. Два, три, четыре, пять. Отлично. У кого замок, отпускаем его. Разворачиваемся влево. Вспоминаем наш любимый косой пистолетик, с которого все норовят сесть. Вот сейчас нам нужно наоборот встать из положения сидеть. Соответственно, левой рукой толкать будем пол. Также мы будем толкать пол правой ногой. Сначала мы поднимем таз. Потом мы возьмем свободной правой рукой свою левую ногу и поднимем ее от пола. Можно потом перехватить за стопу. Угу. Немножко непонятно и сложно, потому что мы так раньше не делали, но я уверена, у всех получится. Юля, немного ближе руку пододвинь. Отлично. И сейчас, внимание, разгибаем опорную ногу в колени, поднимаем таз. Наклон правой ноге, сгибаем левое колено и направляем его вверх. Угу. Остаемся здесь. Соответственно, на полу правая стопа, левая ладонь, а правая рука держит левую ногу. Два, три, четыре, пять. Отпускаем захват, разгибаем левое колено и, разворачиваясь грудью вправо, поднимаем правую руку вверх к потолку Паривриты Артха Чандрасана. Знакомая вам поза. Только вы встаете немножко в диагональ от меня. Один. Позы знакомые, простые. Просто вы стоите не так, как обычно. Два. Скрутка и баланс. Почти что на одной ноге. Три. Четыре. Пять. Вспоминаем, что такое триконасана. Опускаем левую стопу на пол. Правая рука или на стопу, или на голени, или хватит большой палец. Разворачиваемся. Влево, переносим внимание на потолок или на левую ладонь. Утхита триконасана на правую ногу. Один. Вытягиваем нижний правый бок. Два. Три. Четыре. Пять. Паршватанасана. Опускаем левую руку вниз. Закрываем таз и делаем глубокий наклон передней правой ноге. Таз закрыт. Наклон комфортной глубины. Колени стараемся не сгибать. Обе стопы на полу. Один. Два. Три. Четыре. Пять. И теперь напоследок Вирабхадрасана третья. Вес берем на правую ногу. Подсогните правое колено. Руки на мосты у груди. Левую ногу подняли. Баланс обнаружили. И вытягиваем руки вперед параллельно ушам. Один. Угу. Два.
Не смущайтесь, если вы стоите ко мне не вперед лицом. Просто вы знаете эти позы, делайте их 3, 4, 5. И возвращаемся снова в косой пистолетик. Итак, левая рука на пол, достали до пола, левое бедро под правое и весело присели. И садимся. И вот мы вернулись, где были, да, в то же самое место. В том же самом время. Разворачиваем колено в сторону. Переходим к Артха Самхасану, которую мы тоже уже сделали. Кто-то сделал даже баланс в ней, кто-то постоял в наклоне, но эта поза уже была. Угу. Несколько спокойных дыханий, более привычном для себя состоянии. И немножечко углубим позицию, делаем не на одну ногу, а на две. Укладываем правую голень на левую. Ну, у кого получается, у того укладывается стопочка, супер, хорошо. Мы знаем, что мы можем делать подводящую, если совсем не получается. Мы также знаем, что если нам в позе легко, комфортно и хочется углубиться, мы идем легко. Идем в наклон и наслаждаемся нашим отдыхом. Еще несколько дыханий. Можно делать эту позу с закрытыми глазами. Больше сосредоточиться на себе, дать себе возможность продышать, дать телу раскрепоститься, начать в нее, в эту позу втекать. Так, немножечко пафосно звучит, метафорически, но есть в этом смысл. По-хорошему мы в ней должны пребывать хотя бы 2 минуты, но для некоторых это чрезвычайная нагрузка. Отлично, хорошо. Потихонечку собираемся. И вытягиваем ноги, мы повторяем связку теперь на другую сторону. Правая вытянута, левая джхана уширсасана. Наклон к правой ноге, взгляд на большой палец. Фиксация в положении. 1, дышим, возвращаем уджайи. 2, 3, 4, не теряйте внимания, смотрите вперед. 5, вдох, садимся прямо. Выдох, перешагиваем левой стопой через правое бедро, скручиваемся. Используем свою правую руку как рычаг. Кто может, ныряем предплечьем под бедро, соединяем руки за спиной. Взгляд в сторону скрутки. Ага, хорошо. Дышим. 1, 2, 3, 4, 5. Отпускаем захват, у кого был, раскручиваемся, разворачиваемся вправо. Правая рука далеко, ее не нужно отодвигать, она близко. Толкать будет пол, так же, как и левая стопа. Мы поднимаем таз и левой рукой перехватываем свою правую ногу. И вот мы уже в косом пистолетике. Если руку далеко отодвинуть, вам будет тяжелее подняться. Да. Прям поближе, чтобы она была полноценной толчковой. Отлично. Ты наоборот слишком близко, чуть дальше, чтобы у тебя была возможность немного вперед наклоняться. Захватись выше для начала. Захватись за голень. Прям повыше. Нет, сначала надо поднять таз. О, а теперь ногу. Во, во, все получилось. Отлично. Внимание, сейчас левое колено разгибаем, делаем наклон к левой ноге. По-прежнему продолжаем держать левой рукой правую ногу. Сгибаем правую ногу в колени, разворачиваем колено вверх. На полу левая стопа и правая ладонь. А мы в наклоне. И левое колено максимально к потолку. Раз, два, три, четыре, пять. Отпускаем хват, разгибаем левое колено, разворачиваемся вправо, поднимаем правую руку. 1, 2, Паривритта Артха Чандрасана, 3, внимание на потолок, шея в продолжение скрутки, 4, 5, Триконасана, левая ладонь вниз, шаг правой ногой, разворачиваемся вправо, переносим внимание или на потолок, или на правую ладонь и вытягиваем левый бок. 1, 2, 3, 4, 5,
выдохом опускаем правую руку на пол, равняем таз Паршватанасану, наклон к левой ноге. Стараемся поднять вверх левую сторону таза, а правую наоборот опустить, чтобы обеспечить плоскую поясницу себе. Один, два, три, четыре, пять. Вираббхадрасана третья. Берем вес на переднюю ногу, подгибаем колено, ладошки намасте у груди. Правая нога вверх до параллели. И вытягиваем руки вперед параллельно ушам. Один, два, три, четыре, пять. И сейчас снова правая рука на пол, дотянулись, согните левое колено, если нужно. Правое бедро под левое, скрест бедер, присаживаемся в косой пистолетик и, наконец, усаживаемся на пол. Отлично, левое колено наружу. Арха Настанхасана, спинку ровно, выше. Один, после наклона немножко приходим в себя. Если чувствуете, что давление немного подпрыгивает, но это нормально, это на самом деле тренировка сердечно-сосудистой системы, так что в этом ничего криминального нету, все окей. Замедляем дыхание, дышим уджайи. Угу. После нагрузки на опорную ногу у вас ощущения сейчас в тазобедренном какие присутствуют или почти нет? Немного. Чуть-чуть. Поэтому можно смело идти глубже. Давайте полный вариант Настанхасаны. Именно поэтому растяжку после силовых максимально эффективно делать. Мышцы включились, их потянуть, это очень-очень-очень в тему. У нас левая нога сверху, правая снизу, пяточка на коленке, немного вперед сдвигаем, да, чтобы у нас такая четкая симметрия была, кто может, наклоняемся вперед. И дышим, и живем в этой позе. Да, можно прикрыть глаза. Это позволит еще немного расслабиться и лучше сосредоточиться на себе. Не нужно думать о своей форме, насколько глубоко вы эту асану выполняете, как вы при этом выглядите. Важнее чувствовать себя в ней. Даже если вы выбрали подводящий вариант, но вам достаточно ощущений, вы чувствуете и растяжку ягодичных мышц, и ноги, и бедра, и поясницу. Все, вы задачу свою выполнили максимально. Хорошо, отлично, потихонечку встаем. Виньяса, скрест, голени и вдох. Чатурадха, шагом, прыжком, выдох. Собака головой вверх, вдох. Собака головой вниз, выдох. И снова приносим стопу за ладони. У нас была маласана. А сейчас мы сделаем кое-что немножко другое. Итак, мы подгибаем колени, но только для того, чтобы нам было легче нырнуть правой рукой под бедро. Вывести ее за спину и согните руки за спиной. Угу. Левая рука просто за спину, правая под бедро. Угу. Немножко внутрь вращая плечо. Вот. Вот так вот ее будет очень легко соединить. Ага, так, у всех получилось. Хорошо, кто может себе позволить, пытаемся разгибать правое колено и из-под левого плеча смотреть на потолок. Еще немного здесь побудем. Раз, два, три, четыре. Плечи себя хорошо чувствуют? Да. Есть захват? Есть. Есть, есть. Просто уже жарко слишком, да? Да. Отлично. Освобождаем захват. Возвращаемся в центр, чуть сгибая ноги в коленях. Ваши ноги не должны быть сильно широко, шириковрика точно нет. В пределах узкого края этого достаточно для всех. И меняем сторону, заныриваем левым плечом под левое бедро. Обязательно разворачиваем плечо внутрь, чтобы вы могли согнуть руку в локте, ввести предплечье за спину. Правая рука за спину. Захват. У кого хороший захват, делайте захват за запястье. Я сейчас немножко помогу кому-то. Помогайте себе правой рукой, разворачивайте плечо больше в сторону. Отлично, ну здесь помогать никому. Здесь все супер, здорово. И кто может, да, разгибаем левое колено поверх правого плеча, смотрим на потолок. Остаемся еще один.
два, три, четыре, пять. Возвращаемся в центр. Обе коленки снова загибаем и руки на пол между стоп. Или, если получится, чуть-чуть дальше стоп. Затем усаживаем свои бедра на плечи, прижимаем заднюю сторону бедер к плечам, направляем внимание вперед. Вот вы можете остаться здесь. Кто готов, разгибаем одну ногу, другую. У кого получилась одна нога в половинку покасана, другая. И вернуться в исходную ситхасану. Пробуем. Здесь без фиксации. Обязательно подавайте грудь и внимание вперед. Иначе велика вероятность, что вы выпрямите локти и просто сползете и усядетесь на пол. Особенно это тяжело, у кого не до конца позволяют тазобедренные глубоко залезть в титипхасану, да, занырнуть туда. Поэтому вот туда-туда локти подсогнуты. Чик. Когда делаете покасану, пытайтесь поднимать таз. Когда возвращаетесь в титипхасану, опять его опускаем. Угу. Хорошо. Освобождаем руки. Отшагиваем в планку. Делаем чатурангу. На выдохе. Собака головой вверх на вдохе. И собака головой вниз на выдохе. Ну, и у нас не так много осталось. У нас остался последний силовой сет. Мы его сейчас сделаем. Каманкарасана на правую ногу. Поднимая правую ногу. Открываем таз. Колено направляем к потолку поверх левого плеча. Смотрим на свою стопу. Остаемся. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Здесь вдох на выдохе. Закрываем таз и правым коленом двигаемся вперед в голубя. Ну, только не падаем на него. Динамика. Вдох. Отжали себя. Выдох. Голубь. Мягко и медленно. Вдох. Собака танцующая. Выдох. Королевский голубь. Еще три раза. Вдох. И выдох. Держимся за свое дыхание. Черпаем оттуда силы. Вдох. Выдох. И еще разочек. Вдох. И уже в голубе останемся. Выдох. Сели. Руки за спину, замок. И замком тянемся к левой коленке. Держимся. Раз. Дышим грудью. Бандхи, удьяну держим. Два, три. Кто себя стабильно чувствует, усложняем тем, что сгибаем левое колено и заводим стопу в замок. И начинаем разгибать колено после этого. Четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо. Отпускаем левую ногу, кто делал захват. Ладошки на пол, выжимаем себя вверх, вдох, согните спину, потяните поясницу на себя и выдох, шаг правой ногой вперед. Левая нога на носке, левое колено затянуто, силовая вариация воина, компенсируем свой прогиб. Живот подтягиваем, таз подкручиваем на себя. Руки параллельно ушам, взгляд на большой палец правой ноги, стоим. Раз, живот подтянут. Два, три. Четыре. Пять. Внимание, руки остаются параллельно ушам. Мы разворачиваемся на левой стопе и делаем силовую пашку. Андрей, я все вижу. Вес на правой ноге, положение ног, как воинитором. Оба бока длины, не зажимаем правый бок. Раз. Держимся. Мне тоже тяжело. Два. Хотя вам от этого не легче. Три. Дышим. Арина, глубже. Четыре. Пять. Правая нога осталась, левую на носочек, руки параллельно ушам, скручиваемся. Право. Руки в диагональ, держимся. Раз. Сейчас мы делаем стойку на руках, ноги отдохнут. Два. Три. Четыре. Пять. Молодцы, ладошки на пол. Левая нога вверх. Ну и чтобы правая отдохнула, мы переходим в стойку на руках, поднимаем правую ногу. Или прыгаем 5-8 раз. Один, два, три, четыре,
5, 6, 7, 8. Молодцы. Опускаем ноги, отдыхаем ребенки. Возвращайтесь в собаку мордой вниз. Немножечко нам осталось поработать. Как вы себя чувствуете? Все в порядке? Угу. Каматхасана на левую ногу. Поднимаем левую ногу, открываем таз, сгибаем колено. Поверх правого плеча замечаем стопу, колено левое направляем к потолку. Фиксация в этом положении. Один, два, три, четыре, пять. Вдох, выдох, колено вперед, капотасана, голубь. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Продолжаем. Еще два. Один. Вдох, открыть. Выдох, закрыли таз, вывели левое колено. Хорошо. Грудную клетку направляем вперед. Позвоночник падает в дуге. Вытягиваем. Без таза, за макушкой. Руки за спину, в замок. И за боком тянемся к правому колену. Один. Грудь вертикально, корпус вертикально. Два. Выше плечи. Три. Хорошо. Кто может, сгибаем правую ногу. Делаем захват, такой своеобразный, да, начинаем разгибать колено. Четыре. Контролируем свое равновесие ногами, ноги сильные. Пять, еще немного. Шесть. Семь. Восемь. Отлично, отпускаем правую ногу. Ладошками выжимаем себя вверх, округляем спину буквально на вдох-выдох. И выставляем левую стопу вперед. Живот подтянутый, таз подкручиваем на себя, корпус, руки в диагональ. Укрепляем спину, после прогиба компенсация пытаемся согнуть поясницу. Один. Два. Три. Четыре. Правое колено разгибаем в левом 90 градусов. Пять. Разворачиваемся вправо, правая нога на стопу, руки в диагональ. Оба бока одинаково длинны. Андрей, рука параллельно. Два. Взгляд на потолок из-под левого плеча. Три. Или из-под правого. Четыре. Пять. Скручиваемся влево. Смотрим теперь из-под левого плеча. Один. Два. И на нем угол 90 градусов в левом колене. Три. Очень лучше. Четыре. Пять. Хорошо, молодцы. Стойки на руках. Ладошки на пол. Правая нога вверх. Делаем толчок опорной ногой, пытаясь найти баланс. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Отлично, хорошо. Коленки на пол, релакс под ребенка. Отдохните, восстановите дыхание. Побудьте в этом положении столько, чтобы вы действительно немножко сбросили напряжение, и у вас были силы выполнить или саламба ширшасану, или позу дельфина. Да, кто-то уже может, кто-то уже сел в ватрасану. Давайте так, если вы готовы, вы садитесь в ватрасану. Хорошо. Два варианта на выбор. Несложное, это будет самое тяжелое, то, что нам осталось сделать, остальное сплошные приятные позы в положении лежа. Итак, саламба ширшасана, стойка на голове с опорой,
Делаем, если выходим, можно даже вот здесь вот остаться. Но если делаем полный вариант, понятное дело, это стойка. Если нет уже сил, или вы не делаете стойку по своим причинам, вы делаете позу дельфина. Опора на локтях. Выполняем это упражнение в ритме своего дыхания. Вы можете подвинуться к стене, вы можете меня позвать как стенку. Я вам помогу. Главное не спешить, не торопиться. Сделать качественно. Открытый замок, макушка касается лба, замок на затылок. Да. Встаем на носочки, коленки поднимаем. Все время толкаешься с предплечьями в пол, окей? Очень сильно. И старайся не сгибать спину. Спина прямая, бедро к животу. Одно бедро к животу, коленки сгибает. Второе. Бедро к животу. Бедро к животу. И это напрямую на руку поднимаем. Бедро к животу, все. Все, ты на голове. Ну, вернее, ты на руках. Этого достаточно. Сейчас коленки вверх попробуй поднять. Ладно, не сегодня. Но в целом ты уже все-таки ноги от пола поднимаешь. Хорошо, все, кто сделал. Возвращаемся на свои места. Упали стаканасы на ноги в стороны. Можно пошире. Мы сегодня хорошо постояли на ногах. Хорошо с ними поработали, поэтому, в принципе, можно и хорошо с ними поработать в растяжке. И несколько движений тазом в осевой плоскости. Покрутим тазом, накатываясь то на лобковую рукой, то на копчик, перекатываясь на седалищных костях. Если широко ноги некомфортно, сделайте так, как комфортно. Можете, если очень тянет мышцы, делаем только суставное движение, сгибаем колени и вот только работа в суставах. Мышечное напряжение мы здесь, соответственно, ослабляем. И в какой-то момент, когда у вас идет движение тазом вперед, если получается руки перед собой, если получается и хочется идти еще дальше, ложимся корпусом на пол. Ну, ложимся, громко сказано, стремимся к этому. Стремимся вытягиваться. Что у нас сейчас происходит? У нас происходит отведение обеих ног и сгибание в тазобедренность. То есть корпус по отношению к ногам сгибается. Комплексное движение, поскольку задействована приводящая мускулатура, мы все знаем, что там мускулатура тоненькая, уязвимая. Не позволяем себе каш делать, да, каких-то импульсных движений, лучше дыхание. Дышим ужая, чувствуем, тело поддается, чуть-чуть углубляемся, только без пульсации. Иногда, вот если немного не проконтролировать историю, можно сделать микронадрыв мышцы. Хорошо. И отсюда разворачиваемся к правой ноге, а левую ногу пробуем из положения отведения сделать положение приведения. В простом варианте вы можете сделать свастикасану. Вот такое вот. То есть у вас, помните, да, мы сегодня делали вот эту разметку, только тут то же самое, только расстояние между ног больше. Колено может оставаться подсогнуто. И мы разворачиваемся к правой ноге. Здесь у нас как будто бы голубь, да, такой. Очень хорошо раскрыто колено. Там у нас тенденция закрутить бедро. У кого есть хануманасана, вы можете сделать эти два движения с прямыми в коленях ногами, выйти в наклон к правой ноге. Я даже знаю, кто это сделал. Тоже дышим, не отпускаем уджайи. Мы все еще делаем асаны, хотя они уже более пассивные, гибкостные, да. И всегда помним, что в растяжке мы не идем на полную мощь. Мы всегда себе оставляем запас прочности, чтобы не допустить травму. Потихоньку, помогая себе руками, не спеша, поднимаемся аккуратно, очень осторожно. Разворачиваем левую ногу наружу. Может быть, сократите для этого расстояние между ног. Разверните. Закручиваем правое бедро внутрь тоже. Или свастикасана. Все очень не спеша, ни в одно дыхание. Прям потихоньку, даже с помощью рук. И своя глубина позы, наклон к левой ноге. Шпагат – это не задача сделать в этом упражнении. Задача – потянуться, поработать растяжкой мышц, сделать наклон. Сначала вправо, потом влево. А уж если вам мало ощущений, вы можете уже находить для себя более глубокие позиции. Уджайи. Все шипим, все дышим, все продолжаем лежать в балансе. Дыхание не очень громкое, с легким сопротивлением. Хорошо. Поднимаемся, аккуратно разворачиваемся вперед, тоже сокращаем расстояние между ног, собираем ноги, делаем обратное движение. Правое бедро перед левым.
Можно остаться здесь, можно согнуть обе ноги в коленях, вы будете больше задействовать тогда мышцы на компенсацию гамукхасана, наклон вперед. Стараемся лечь корпусом на правое бедро, шею расслабляем. Точно так же можно делать эту же позицию с прямой левой ногой, чуть меньше ощущения, но для кого-то это в принципе вариант. И растяжку можно делать с закрытыми глазами, дышать, концентрироваться на себе, давать телу уже восстановление, отдых. Это практически такая прелюдия к шавасане. Поднимаемся, вдох, аккуратно, не торопясь, тоже если нужно, меняя ноги местами, можете руками себе помогать. Сейчас левое бедро на правое, правую ногу можно оставить прямой, можно согнуть в колени и наклон вперед, ложимся корпусом на левое бедро. Хорошо, поднимаемся, вытягиваем ноги. Ноги восстановили свои ощущения у всех. Ложимся на спину. Фиксация сету бандхасану, полумостик. Если получится, берем руками свои щиколотки и поднимаем таз повыше. При этом, если вы чувствуете, что натянулись колени, да, вот такое ощущение, как будто связки в коленях натянулись неприятно, отпустите тогда захват, можно сделать замок из рук под ягодицами, толкать им пол. Если нет ощущений таких, вы спокойно держите руками свои щиколотки выше таз, чтобы колени были практически над стопами, над пятками, вперед не выходили. Несколько дыханий в сету бандхасане, полумостик. Ну и по готовности Утхатханурасана мост выходим. Если мостик хорошо получается, давайте немножко повеселимся в этом положении, чтобы не так все серьезно было. Попробуем походить вперед-назад, одновременно передвигая руками-ногами сначала вперед. Да? Тут вот надо разобраться, куда идти. И назад. Чуть-чуть походить. Ну, кто не делает мосты, поделайте еще подольше полумостики. Пробуем. Возможно, потребуется сделать несколько шагов, чтобы понять, куда идти, как это делать. Но как только вы поймете технику, все очень легко будет получаться. Угу. Хорошо. Потихонечку возвращаемся на место. Ложимся. Компенсация после мостика, она на балансе, после счастливого ребенка. И если нет ограничения для перевернутых, уводим ноги за голову, переходим к халасану. Прямо оставляйте стопы в ладошках, направляем копчик к потолку, поза плуга. Если ограничение для перевернутых, то вы можете сделать бабочку лежа или просто поднять ноги, не поднимая таз. Поясницу по необходимости, либо оставляем руки на полу, делаем вариант без опоры, он сложнее, но интереснее. И потихонечку возвращаем ноги на пол, таз на пол, на несколько дыханий компенсации в матьясане поза рыбы, ноги бабочкой, локти толкают пол, прогиб. Центр грудной клетки направляем вверх, шею расслабляем, глаза закрываем и хорошо дышим. Компенсируя свой позвоночник, шею после перевернутых позиций. Теперь ложимся на спину, вытягиваем руки, ноги,
поверните голову вправо-влево, почувствуйте, что шея нормально, все хорошо. Можете немножко подвигаться, чтобы максимально комфортно устроиться для шавасаны. Мы переходим в практику релаксации. Поскольку мы сделали несколько асан на прогибы, растяжку перед этой позой, ваше тело уже в принципе готово к расслаблению. И вам останется только осознанно расслабить живот, отпустить замки, бандхи, прекратить дышать уджайи, отпустить контроль за дыханием, закрыть глаза. В процессе шавасаны постарайтесь не двигаться, не менять положение тела, не открывать глаза, слушать мой голос и следовать за моим голосом, за моей голосовой инструкцией. Сейчас сделайте спокойный вдох, спокойный выдох. Мысленно скажите себе: я расслабляюсь. Я собираюсь восстановить свои силы, накопить энергию, полученную от выполнения практики йоги, от выполнения асан, силовых упражнений. Мое тело, мое сознание полностью к этому готово. И я хочу как следует расслабиться, восстановиться. И сейчас перенесите внимание к своим ногам. Расслабьте стопы, пальцы стоп. Подошва, щиколотки и икроножные мышцы, голени, колени, подколенные сухожилия, бедра, ягодицы, крестец, поясницу. Расслабьте область таза, пах, живот, боковые стороны тела. Перенесите внимание к своим рукам, расслабьте пальцы рук, расслабьте ладони, кисти, запястья, предплечья, локти, плечи, ключицы, лопатки. И снова переносим внимание к спине, расслабляем весь позвоночник, поясничный отдел, грудной отдел, область позвоночника между лопатками, шея. Вся спина. Переносим внимание к передней стороне тела, расслабляем живот, ребра, область диафрагмы, грудная клетка, горло. Все туловище полностью расслаблено. Расслаблены полностью ноги, руки, шея. Почувствуйте вес своей головы, точки соприкосновения затылка с полом. Расслабьте затылок, кожу головы под волосами, макушку, лоб, виски, брови, область межбровья, веки, глаза, переносицу, кончик носа, скулы, щеки, губы. Разомкните челюсти, расслабьте подбородок, язык, гортань, голосовые связки, полностью вся голова и вся мимическая мускулатура расслаблены. Все тело целиком полностью расслаблено. Вам тепло, комфортно, хорошо в этом состоянии.
Вы можете визуализировать, как энергия наполняет вас. Вы можете представить ее в виде вибрации, в виде света или цвета, или каким-то другим образом. Побыть в этом состоянии еще. Понаблюдать за своими ощущениями, за собственным расслаблением, не допуская других ненужных посторонних мыслей. И сейчас сделайте чуть более активный вдох и полный выдох. Пошевелите пальцами рук, пальцами ног. Не торопитесь открывать глаза. Поверните голову вправо, влево. Затем потянитесь макушкой вверх, вытяните шею. Теперь согните ноги в коленях и повернитесь на левый, на правый бок. И снова вернитесь на спину, уведите руки за голову, вытяните ноги вперед. И с очередным вдохом хорошо потянитесь руками к одной стене, ногами к другой стене, вытянув все тело. Почувствуйте, как вы отдохнули, наполнились, зарядились энергией. И теперь доступным и максимально удобным для себя образом переходим в положение сидя. Остаемся еще немного с закрытыми глазами, соединяем ладошки намасте. Поза удобная, комфортная. И мысленно начинаем себя сканировать, просматривать после занятия, после практики, после выполненных упражнений свое самочувствие, свои ощущения, свое настроение, свои мысли, чувства, эмоции. И вспомните о своем намерении на эту практику и опять повторите, проговорите это намерение про себя. И вспомните состояние до занятия, которое мы отслеживали и фиксировали в настройке. Что изменилось, как изменились вы сами, как изменились ваши ощущения после занятия. Обязательно поблагодарите и похвалите себя за эту осознанную, глубокую и очень непростую работу. Вы большие молодцы. И мысленно поблагодарите друг друга за встречу, за нашу атмосферу, за обмен энергией, за компанию, за взаимную поддержку. И растираем ладошки, включаемся во внешний мир, стимулируем активные точки, нашу сенсорику. Теплые руки подносим к лицу, открываем глаза, наполняем себя этим теплом, энергией, жизненной силой и опускаем руки на колени. На сегодня все. Спасибо за занятие. Пацан, молодцы.